Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0 в студии Анна Лапшина. Здравствуйте. Кировская область оказалась в числе отстающих по расселению аварийного жилья. Об этом в интервью газете «Известия» рассказал министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень. По его словам, темпы расселения отстают от планового и составляют менее 70% в 18 регионах страны. Наряду с Кировской областью в список аутсайдеров вошли Карелия, Якутия, Тыва, Забайкальский, Камчатский и Приморский край, Иркутская, Тверская, Тульская, Ленинградская и другие области. Полностью завершили программу лишь 14 регионов России, в том числе Москва и Петербург. Первый этап программы должен закончиться в сентябре этого года, напоминает портал Роснет. Правительство страны выделит более 4,5 миллиардов рублей 12 регионам, которые отстают в реализации программы по переселению. Однако наш регион в этот перечень не включили. Дайджест недвижимости. Новая детская поликлиника открылась в микрорайоне «Чистые пруды». Подразделение детского консультационно-диагностического центра находится по адресу улицы Ивана Попова, 58. На 166 квадратных метрах разместилось два кабинета участковых врачей-педиатров, процедурный кабинет, кабинет функциональной и ультразвуковой диагностики. По графику здесь будут вести прием и узкие специалисты. В учреждении установлены системы «Электронная очередь», а также телевизоры для трансляции мультфильмов и социальных роликов. Как сообщается на сайте областного правительства, пациенты поликлиники будут иметь доступ ко всем диагностическим и лечебным возможностям детского консультативно-диагностического центра на Красноармейской, 43. Дайджест недвижимости. В Госдуме одобрили расширение возможностей регионов по утверждению дополнительных работ по капремонту. Инициатива принятия поправок в жилищный кодекс, которую предложили кировские парламентарии, была рассмотрена в первом чтении. В настоящее время основной перечень услуг и работ, которые могут производиться за счет капремонта, установлен федеральным законом. Дополнительный перечень может устанавливаться на уровне регионов, однако единство правоприменения нормы нет, пояснил вице-спикер областного заксобрания Роман Титов. В 14 субъектах России, в том числе в Кировской области, такие полномочия переданы исполнительной власти. В других дополнительный перечень прописывается в региональных законах. Новая норма позволит устанавливать дополнительный перечень работ и посредством законов, принятых депутатами, и постановлением правительства, и указом губернатора. Это расширит возможности исполнительной власти дополнять перечень работ, исходя из потребностей граждан, уверен Роман Титов. На этом все. В студии работала Анна Лапшина. Дайджест недвижимости.